24 июля в главном здании КФУ прошло подписание меморандума о сотрудничестве университета и агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Свои подписи поставили ректор КФУ Ильшат Гафуров и руководитель агентства Алексей Меньшов. На официальной процедуре присутствовали министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова и директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайруддинов. После подписания меморандума ректор вручил гостю памятные подарки. Это вот главное здание нашего университета, построенное по проекту легендарного нашего ректора и основателя Минкреды, Зямишевского, Батевского. Руководитель агентства Алексей Меньшов высоко оценил потенциал совместной работы с Казанским федеральным университетом. Надеюсь, что по результатам подписанного нами соглашения мы близко подвинемся к научной реставрации, к профессиональному подходу содержания и использования памятников культуры. А та база, которая существует в Казанском федеральном университете, нам позволит использовать научный потенциал в сохранении и использовании памятников в будущем. У меня очень большой опыт работы в Татарстане по сохранению и реставрации памятников в предыдущей своей работе. И я знаю вижу большой профессионализм сотрудников, и я думаю, надеюсь, что в новом должности они помогут также сохранять и развивать те памятники, которые находятся у меня в оперативном управлении. Камиль Гемоздинов, Фарид Захитоглы, Универньюз.